Певица Максим стала самостоятельно дышать через кислородную маску. По отделению врачи катают ее в последние дни в кресле. Известно, что исполнительницу отключили от ЭКМО. Динамика в ее состоянии положительная, пневмония в стадии разрешения. Отметим, что сильнее всего пострадало правое легкое исполнительницы, оно сейчас восстанавливается. Жидкости из него откачивают с каждым днем все меньше. При этом сама Марина находится в сознании, медики даже разрешили смотреть ей телевизор. Однако из реанимации ее пока не переводят.